Ребенок пострадал в дорожной аварии. ДТП произошло накануне на проспекте Дзержинского в районе дома номер 40. На место дорожно-транспортного происшествия оперативно приехали сотрудники госавтоинспекции. Прибыв на место ДТП, было установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla при въезде на триквартальный проезд допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, идущего по тротуару. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2009 года направлен в городскую больницу для оказания медицинской помощи. У школьника ушиб левой стопы. Ему назначено амбулаторное лечение.